Коллеги, я рад приветствовать самых стойких. Спасибо большое, что задержались. Удивительно, как мы с Петром Дорофилидзе невольно ответили на, видимо, сомнения, которые мы чувствуем в банках, что мы умеем работать с банковскими картами. Я заглавила свое выступление, короткое, как привязка банковской карты, как компромиссное решение для избегания рисков в оплате банковскими картами. Что сделали деньги Mail.ru? Это позволили своим пользователям привязать банковскую карту к кошельку денег Mail.ru. Далее оплата производится при помощи ввода одного только CVV-кода. Собственно, главная мысль, которую я хочу донести, чтобы банки смотрели в сторону электронных платежных систем с надеждой на перспективные проекты. У электронных платежных систем есть хороший и длительный опыт работы с пользователями в сети. Я призываю им пользоваться, не пренебрегать этим опытом. И, конечно же, мы открыты для сотрудничества с банками, как российскими, так и нероссийскими. С удовольствием будем делиться своим опытом, как ведут себя пользователи в сети, как он платит. Спасибо большое.